Всем трема доброго времени суток. Это канал Лэйзи Дмитрий или Ленивый. Ой, ленивый я. Уф, да уж. Куда ж без пятибушек. Ну что, продолжаем наше казуальное, неторопливое, ленивое прохождение Блумс ТД6. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение и отдельное громадное спасибо Помидорка Вячеславу и The Cat Exp, они знают за что. Ссылка на донат в описании под видео. Как-то так, мы продолжаем. Так, что я забыл? А, ну да, обязательный момент с обезьянками. Пусть все... Эй, самолет, я знаю, что там. Так, ну что, продолжаем нубить? Да? Продолжаем нубить. Герой. Хочу. Так. А, мерзкие лужи. Побудьте еще немного мерзкими. Дайте чуть другой пройду, а то я на вас тут подзастрял. А, грязные лужи. Очень смешно. Меняем мерзкие на грязные, да? Ну, правда, тут шарик. Давайте на мастерской среднюю пройдем. Действительно. Что-то как-то... Нет, ну, скорее всего, с этими мерзкими лужами все закончится тем, что я просто подсмотрю на ютубе, как люди это проходят, ну, потому что что-то у меня... Как сказать, идеи-то есть, но вот как это... Средства у нас есть, у нас мозгов не хватает. К сожалению. Так, бумц. Биспили... Бесплатно. Понимаете, что это бесплатная бибезьяна? Так... нет, нам нужно вот это. Угу. Поехали. Можно на среднем, да? Да, мы на среднем. Так, давайте вспоминаем. Нет, здесь нам нужен... Здесь нам нужен огнемет. Без варианта. А, нет, стоп, подожди-ка. Огнемет. Прорывается, да? Так, а, блин, кем мы тут? Пожалуй, вот так вот, да? Угу, угу. Буми-ранги. Буми-буми-ранги-ранги. И красная жара. Так, замороженные свинцовые шары наносят больше урона всем шарам. Да. Единственный минус — не видит невидимое, да? Но по поводу, кстати, невидимого, можно же действительно вот эту вот обезьянку с бумерангом куда-нибудь тут бахнуть. Пусть стреляет, елки-палки. Хотя, подожди, у нас же дракончик есть. Кого еще? Наверное, все-таки огнеметчика. Угу. Да. Пожалуй, что именно так. Все-таки огнеметчика. И огонь надо поставить вот сюда. В серединку. Если кто-то прорвался, что ли? Я не уверен. Так, 800. Ай, в смысле? А ты чё? Дракончик, чё ты? Нормально, главное, отлетел так. Пью! Ой, он улетел.
Ну хорош, вы чё, ребят? Чё-то уж. Вы чё уж? Прям так-то. Клей для моап. Нельзя же так. Как ты попроще не бедишь в первую очередь. Не отвлекаться на всякую. Так, 3300 надо сделать. А то что-то как-то... Что-то как-то. Понимаете? Все, давай. Огнеметный пулемет. Пулеметный огнемет. Так, теперь ты. 2400. Потом ты. Натиск МО. Держаться, ребята! Держаться, нету больше сил. Нет, сначала клеим для моб все-таки. Это, мягко говоря, более полезная штука. Точнее, так. Клеймет тоже штука полезная, но моб. Моб это моб. Моаб. Вот так. Фу, блин. Чертовы ящики напугали. Я думал, тут это что-то проскочило. Не сразу сообразил. Красота! Всех пропустили, блин. Все. Так, ну, по-хорошему. По-хорошему. Можно, в общем-то... бахнуть сюда друида. Нашего любимого. Точнее, не так. Ну. Тьма, да? Или через вот этого пойдем? Нужно и через. Угу. А вот сюда уже. Друида. Зачем? Поясню. У этого ему этому пофиг. У него шары куда хочешь летят. А друида нет. Ему не пофигу. Еще надо кое-что сделать. Нужны этим. Этим. Ну этим. Ну вон те. Ну как? Ну поняли. Ускорители нужны. Алхимики. Вот точно. Все время забываю. Все-таки друиды нужны. Оу. А, ну да, все правильно, в принципе. Так. Так, стоп. Начало. Попрочно. Теперь тут.
Так. И здесь у нас... Опа. Так, нет, надо, это тоже по прочным. Ну это замороженное. Видите, в чем проблема? Нет, подожди, тогда нет. Его надо тогда куда-нибудь сюда фигачить. Угу. Угу. Победа. Хоть где-то я побеждаю, блин, а то прям вот, ну, я не знаю, ну что это такое. Тошный проигрыш, блин. Так, что ж, нельзя. Я ж человек, я же расстраиваюсь. Хотя, конечно, кто-то может заметить, что, ну, ты ж человек, а не рояль, что ты расстраиваешься. Ну да, с другой стороны, у роялей, если бы был я роялем и расстроился, меня можно было банально настроить. Прям вот так меня поимели. Не напряжно. Ауч. Обидно. А, гуляем. Так. Еще 4000, да? Угу. Нет, друиды шест со штормом это... Подожди, ну только друиды яростного то... Блин, не успел скип нажать. Собака. Офигеть, они, конечно, проскочили. Ну, здесь, кстати, можно было бы назад использовать. Но проскочили, да? Хоть чё, вы думаю. Ещё раз. Я вот думаю. Да блин, ну я же нажал эскейп. Че куда-то понеслось-то, блин, собака. Ладно. Ай, пофигу. Обидно. Все деньги просрал. Да уж, 63-я. Это 63-я. Слушайте, а как я в прошлый раз проходил?
Ну, скорее всего, там уже нужен этот, все-таки друид, да, 30, который вот этот вот, колдовающий. Так, нет, секунду, о, кто это у меня тут? Запросы. Алекс Мкуа. Ну, выходи, Алекс Мкуа, добро пожаловать. В Дискорд заглядывайте, тебе там особо не бывает. Там вообще никто не бывает. Все, добавил? Нет, чуть-чуть тут... Как-то странно здесь это работает, то есть ты добавляешь, еще раз заходишь, и он тебе после этого только убирает этот значок. Я еще раз хочу попробовать, только не Этьеном. Да нет, как раз-таки Этьеном, но... Так, не Этьеном, но Этьеном, да? Прорывают, сволочь. Так, сейчас оболечку поставим. Давайте все-таки попробуем сосредоточиться на друиде. Вдруг получится. Ну а вдруг? Чудеса же случаются. Так, ну хотя ладно, блин. Вот так. Так. Ну, так. А, ускорим. Фантасмагория, говоришь? Ну, зона, это понятно. Угу. Пробуем все-таки так. Да, но в таком случае, может, все-таки тогда взять Обина с его лесом. Лесочек-то Обина полезный. Но, опять же, проблема. Невидимки дурацкие. Только я терпеть не могу. Ну, не люблю я их. Вот, что с меня взять? Так, 2500, да? В принципе, конечно, для инвизеров можно вот здесь вот эту хрень поставить. Если бы не было камуфлированных бронированных, да, слово бы не сказал, но они же есть, вот в чем проблема. Для них, значит, нужна отдельная, так сказать... Оу. Неожиданно.
Кольцо, вот те раз мы взяли и прорвались. В наглую. Беспредельщики, черт побери. Призывает две лозы, шары кучерен ловушек в конце дает одну жизнь, спасом продолжит, плюс ты не покажешь применение. День за каждую бананную ферму возле друида. Да, тут только банановые фермы возле друида ставить. Знаете, что подумал? Пожалуй, так будет неплохо. Ну да, пошел я нахрен, называется. Поэкспериментировал, блин. Экспериментатор хренов. Ну да. Да ладно. Да? Вы что, шутите? Неожиданно, что сюда можно кого-то подпихнуть, блин. Вот теперь правильно. А то, понимаешь. Какие не на том фокусируюсь, да? Угу. Опять не на том фокусируюсь.
Что ж ты их упрям-то пропускаешь, а? Засранец-то я такие. Пропускаешь и пропускаешь. И пропускаешь, и пропускаешь, блин. В смысле? Ай, ладно. Не там сосредоточился опять. Ладно, пофигу. Все, хватит. Что у нас там еще есть? Домой, домой, что тут? Нажал же вроде. Не. Во-первых, ежедневка. Ой, как выполнить? А когда это выполним? В смысле? Так подождите, это же я вчера играл. Не понял. Как это так? Ну, пошли в Одиссею тогда. На среднем. Так, на легком было, пошли на среднем. Так, кого у нас тут не хватает? Этим мы вообще не пользовались, этим тоже. Ниндзя. Так, нет, никаких. Вот это вот, дайте-ка мне. Брикл, Брикл, Шмикл, Шмрикл. Она везде была, это Брикл. По-моему, давайте тут попробуем, интереса ради. Кашкозябру нашу, замечательную. Так, этим мы тоже не пользовались. Эу. Этим тоже не пользовались. 4. 4. Четыре. Фермы. Да фермы вроде. Вроде без фермы обходились, да? Что такое? А, уже есть. Тьфу ты. Тьфу ты. Я же ими не пользуюсь, реально. Был такой, да. Что, давайте одного. А, бумеранг тоже есть. Кого нет? Тебя нет. Давайте тебя возьмем. Один. Поехали. От балды чисто. А, все, вспомнил. А, так все-таки она кошка у нас. Кити-кити-кити, да, согласен. То еще кити-кити. Кити-кет. Так, а что уж у нас тут? А, ну да, вспомнил. Вспомнил, вспомнил, вспомнил. Так, ты давай попроще, ну шараш, в первую очередь. В первую очередь тройные выстрелы. Ну и корабль один поставим. Она что-то не встает, что ли? Корабль. Корабль. Докуда дойду, наверное. Или не дойду. Ой, мышка улетела. Куда это она? Что она задумала? Что ей нужно? Может, через дальность работаем? Угу. Так. Угу. И воронье гнездо. Угу. Эх, хорошая штука флота. Та-дам, та-дам, та-дам.
750. Да, народ, если вам охота увидеть какие-то конкретные карты, вы ссылки присылайте в комментарии. В чем проблема-то? Ну, то есть, как бы, если там редактор карт, еще что-нибудь. Не проблема. Можно и попроходить. Понятно, что я так или иначе дойду до этого редактора однажды. Однажды. Но это однажды. А, подожди-ка, нафига мне эта липучка-то, блин? Вот я балбес. Хотя друида тоже штука специфическая, блин, ну ладно. Так, 4900, да? Угу. Делаем пират, короче. Девятьсот. Куда вам столько денег, сударь? Что вы с ними делать хотите? Солить, что ли, будете? Вообще, что-то странно с ежедневным испытанием, потому что последний блумс я записывал вчера. И это было прям совсем вчера. Ну, то есть, прям совсем-совсем вчера. Так что как-то странно, что ежедневное испытание выполнено. Может быть, выполнено. Если оно было вчера. Кажется, где-то кто-то нас налюбливает. Очень сильно. Хотя нет, все-таки первое. Теперь копим 26 тысяч. 26 тысяч, с ума сойти. Куда столько? Не, пока подводную лодку не буду использовать. Все-таки в первом раунде, наверное, без нее обойдемся вполне себе. Возможно. А может и нет. Кто его знает? Что случится? Что может случиться? Случится, приключится. Иди. О. А, сейчас. Больше ничего не реагирует. Топор можно тюк. Мышку можно от шугануть. И ничего больше. Кыш. Стрёмный, страшный, непонятный. А вот. Как будто не хватает немножко. Что-то это как-то не очень хорошо. Как же так-то? Должно хватать силушки. Блин, ну неохота тратиться, черт побери. Что-то так додержать. Все-таки осталось-то два раунда. Да не, я думаю, справится. Я думаю. Мне кажется. Я надеюсь. Может быть. Хз, короче. Thank you.
Не накопил. Может быть, под конец? Но нет, не успею. Все. Иди отсюда. Нет. Не хочет он уходить. Да ничего страшного. Продолжить. Oh no. Понимаешь, oh no. Ну что ж поделать. Селяви. Ну что, еще одну успеем? Наверное. Как тут? Дальше-то. А, вот. Там та там та 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 та. Поехали. По тому же принципу. Зоркий глаз. Не пускать. Ни в коем случае. Это действительно прорвутся, сволочь. Как трусы после стирки. Корабль. Блик. Блик, так. Чего что, в чем проблема фермы? А, точно. Точно, точно, точно. Вспомнил, в чем проблема. Как всегда. Вот так, да? Угу. Опа, все. Так, пусть фигачит по первым. Вот что меня смущает. Сильно-сильно. Что меня смущает сильно-сильно? Может, липучку все-таки попробовать? Сейчас сначала качнуть этого 4000. Что меня смущает сильно-сильно? Тут раунд 55. Уже? Вроде в прошлый раз 50 был. Я ничего не путаю. Я, может, и путаю. Угу. Наверное, все-таки надо будет липучку попробовать. Что насчет клея? Проклеить все шары на экране, чем получить больше урона всего, пока действует способность. Кстати, вот это тоже я хрень особо не использовал никогда. Вот до нее еще дойти нужно, вот в чем проблема. Деньги копятся. Морда воротится. Можно пока растения подзрывать. Камни не удаляются. А то вообще ничего не удаляется. Помните же. Девятьсот. Ну а чё? Пускай копится потихоньку. Жалко, это сбора нет все-таки. Я как-то. А в чём тут прикол? М-м-м.
хранится в банке, да? Попробовать, что ли? Интереса ради. Посмотреть, к чему это приведет. И приведет ли вообще хоть к чему-то. Не факт. Совсем не факт. Но, кстати, я понял, что вот эту вот смадж можно здесь абсолютно спокойно... А, вот. Все. Банк. Точно, да-да-да. Тут же еще не только автосбор есть, но и банк. Деньги добавляю к вашей общей сумме. То есть вот эта ветка лучше всего с этой, да, сочетается по логике. Особенный манс вертится сами почти за полную цену, а полные банки сами... Полные банки сами собирают накопленную. Нет, все-таки вот это, наверное, полезнее. Вроде как. Так, 4900, да. По-моему, они прорываются. А полный банк это сколько? ХЗ. Ах ты, подлюка. Согласен. Крыша отсюда. Ну, успею, зря недооцениваю эту штуку. Хаза? Ну, вопрос, что лучше здесь? Намазанные раз несколько секунд или все-таки замедление больше? Вопрос. Кредит мув. Когда банк наполнит? Не вспомнит? В каждом... Черт его знает. Не написано. Наверное, 9999 это полный. Хотя вот здесь еще местечко для одной циферки есть. Так что хз. Так, у нас по каким ты по-прочному работаешь? В первую очередь. Не, ну зря я этот вот скоростного клеймётчика недооцениваю. То есть, если почитать... возможности клей поставить через все слои шаров. А может такой клейметчик как раз таки на среднем, где меня все время на 63-м пробивали, ускоренный. Maybe. Может быть. 8000 мне 26, ну. В принципе, вот он вполне себе так стоит, как бы. Всех заляпывает. Так, 9, 7. 7 плюс 9. Зря я, по-моему, банком не пользуюсь. Чего ж там пират-то делает? Намного быстрее, пускай по 3 клика за раз.
Применил. Надо будет сейчас попробовать на среднем, на конвейерной ленте вот этого чувака в самое начало поставить. Способность Лишторм покрыт весь экран клеем на 20 минут. А это что? Приклеить шевный экран. Не совсем понятно, как это работает, ну да ладно. Хорошо. А, вон тут что. О, это дурак, блин. Ну, мне эта карта не нравится. Не знаю почему. Так, что у нас там по времени? Будильник же квакал, по-моему, да? Да, будильник квакал. Ну и ладно. Так. Ну, тогда на этом, наверное, надо притормаживаться. Это точно? А, продвинутый еще можно глянуть. Точно, точно. Давайте продвинутый глянем. Ой. Максимум один бибизьян. А, опять одна обезьяна. Ну, давайте посмотрим. Сейчас немножко. Так, 76 раунда с 10, но без дальнейшего заработка. Усраться можно. Так, а это кто? Так, подождите. Мышь. Это уже делали. А-а-а! Вы, сукины дети, извините за мой французский. Тут со снайпером не получится, да? Хм. Подожди, ну если... А-а, тут они замаскированные, блин. Так... Ну, если тогда вот так вот. Да. Какое грустное зрелище. Вертолет? Нет, а что он сделает? Пулемет. Через гидру, да? Давайте попробуем. Меткость. Тет быстрее. По 3 шара каждая, также замороженные шары. Давайте так попробуем. Здоровенный хрен они кладут на массе моей попытки их пробить. Че-то да. Подожди, а разве ракеты гидр такие плюшевые, они что ли? Ну, все типа шаров по несколько. Хм. Но это не хватит. Это тем более. А если на... А вот через это... Как же им глубоко похрен, а? Что-то, по-моему, вообще их не повреждаю. Я хоть один сломал? По-моему, нет. Ладно. А если через липучку, что он умеет? Угу. Давай попробуем. А, ну да. Забыл. Он же их не видит. Вот тоже. Зачем добавлять тех, кто не видит невидимых? Вот простой вопрос. Ну, на самом деле, а что-то смысл-то? Он же их, блин, не видит. Шаролов. А что толк? Он их точно так же не увидит. Интересовали.
Да и все. Вот. Вот. Это тоже бесполезный. Блин, ну все-таки самолет. Что-то тоже как-то. Тоже не то. Я как бы исхожу из всех тех. Снаряд пошел. Тех как бы персонажей, которые могут видеть невидимое. А чё толку? У него же как бы... Ну, обратите на меня внимание, я ж вас стреляю. Ну что вы на меня не обращаете внимания, стойте. О, ничего себе. Господи, это первый юнит, который хоть что-то пробил. Ну да, кстати. Смех смехом, но так и есть. Так. Ну, допустим, пират. Допустим, пират. Да. Тоже нанес какой-то урон. То Джаггернаут? Нет. У него зоркого глаза нет. Вообще убрали. Смешно. Это? Нет. Заморозка? Это же что-то, честно говоря. То есть в любом случае нужны первые две. А дальше? Может бить по шарам Моаб. Если вот так. О как. Так может тогда на кругу где-то здесь надо их ловить. Тогда где-то тут на кругу их надо и ловить, как говорится. Поставить прочное. Какое-то количество, да. Ну что, так. А замораживает по свинцу. А так он их не видит, да? Секундочку. Ай, вот эти елки-палки. Так он их не видит, да? То есть если, допустим, вот так сделаю, он их не видит, да? Ага, он их не видит. Все правильно. Вот через это. Да, но он их не повреждает. Да, но это при пробивании. То есть явно вот эта часть должна быть. Угу. Может, ему еще приоритет надо менять? Нет, по-моему, не справился.
Ну, это близко. Хм, ну а кто тогда? Это очень близко. Возможно, конечно, мы надо как-то эти приоритеты менять, там, типа, первый, последний, ну, то есть, там, первый, прочный, как-то. Но он не настолько быстрый. Ну, а кто? Этот невидимых не видит, этот тоже не успевает, этот нет. У этого вообще тут, ну, что, торговое судно? То есть, если мы поставить вот это и вот это, ну, так он бронированных, по-моему, не... Разрешите же... Я же ничего не путаю, да? Опа, он же не пробивает, по-моему. Да, он... Ну, то есть, пробивает, конечно, по чуть-чуть, но это слишком медленно, да? Ну, не сказать, что прям совсем все плохо. А так он их не видит, да? Угу, надо было проверить. Так, этот нет, блин, ну этот тоже. Его перенацеливать все время придется. Если бы как пулеметом можно было управлять, нет, это что-то я сомневаюсь. Но это не, точно не для меня вариант, я не настолько хорош. Может, мага? Вот такая мага. А сколько у меня денег там? 1000? 10 тысяч. То есть в любом случае вот это максимум. То есть попробуем. Допустим. Надо. А это что умеет? Оу, понятно. Понял. Понял, принял, отошел. Так. Ты тоже невидимых не видишь. Ты тоже не видишь. Ты нет. Ты тоже не видишь. Хм. Может, вот это? Давайте попробуем. Так, может. Ну а толку? Да, он их как бы стопит, но он не наносит урон. То есть, допустим... Да, она останавливает, но она не пробивает. То есть даже если вот так вот сделать, например. Ну а что толку, да? Ну они как бы частично уезжают назад. И чё? Ничего. Чё-то у меня идеи кончились. Пока что самый... Блин, ну всё упирается в их инвизовость, так скажем. Может, действительно артиллерия... каким-то образом. Просто слабо представляю, как это работает. Ну, так. А, подожди. А где тут? А вот, вот эта штука. Она тут, а ее тут и нет, да? Но артиллерия же она не это. То есть она не бьет по камуфляжу, когда его не видит. Ну да, все правильно. У тебя что? Открывать при погружении нельзя. Пока что самая эффективная заморозка, но я... Блин. Это точно нет. И две первые вот это. Эти не работают. То есть вот это, но... Ну, допустим, интересно ради. Как бы что нам это дает? Он их морозит. Но уроном не наносится, да? То есть он их просто останавливает. Стоит, блин.
We will rock you. Пока что заморозка самая эффективная. Но, блин. Что-то я не знаю про эту игру. Что-то я делаю неправильно. Но шо? Это не работает. А может через лазер попробовать? Смертоносная картечь вместо. Давайте попробуем. Так у нее дальности нет нифига. Я не пойму, он их пробивает? Или просто откидывает? Нет, по-моему, просто откидывает, да, он их откидывает. Подожди-ка, я что-то не... Крутится быстрее, мы подшира каждый, также замороженные шары. А где тут написано, что он их откидывает? Как интересно. Ха! А где эта информация, прошу прощения? Как-то... Ну, не сказать, что он их прям уж совсем не пробил, но... Не то чтобы совсем не пробил. Просто не пробил до конца. Так, обезьяна, маг. Давайте попробуем. Вау. Какой глубокий пух. Мы стоим на стыке эпох. Что, говорит, он сказал? Мы стоим. А, мы стоим на стыке эпох. Сказал, мы стоим на стыке эпох. Да. Чисто интереса ради попробовал. Может, через друиды джунгли попробовать? Так, чисто от балды. Но он их не видит, да? Да, он их просто тупо не видит. Все нормально. Ну, мало ли. Могучим чудовищем и атакует. Так он их тоже не видит, да? Ну да. Ну проверить-то надо было. Так, это у нас что? Но он не ставит какие-то турели, которые, например, видят невидимое, да, как я понимаю? То есть такого нету. Я особо никогда турелями не увлекался. Это вообще вижена нет. Короче, что-то я... Не знаю я, что тут делать. Сдаемся. Ну и что-то я вообще заигрался. Да, все, хорош, хватит на этом. В общем, да, на этой что-то задумчивой ноте я, блин... Нет, ну есть у меня мысль, что, возможно, нужно какое-то правильное расположение этого заморозки с переключением приоритетов, может быть, и тогда там как-то это все правильно делается, может быть, наверное, я не знаю. Может быть, может и не быть. Хз. Ладно. На этой задумчивой ночи, как я уже сказал, всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на группу ВКонтакте, на Дискорд и на донаты, все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто ж до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу, девочку, щечку, увидимся в следующей серии. Блумс ТД6, безоговорочная форева. Как-то так.